Я не люблю сосать член. Оксимирон, первый класс, 2023. Вы охуеете, но я как главный, настоящий, единственный критик Оксимирона, кто не стесняется говорить то, что на самом деле думает. Не подлиза и не хейтер. Настоящий критик — это я. У Оксимирона вышло два песня. Лига опасного интернета, и я знаю, что я делал прошлым летом. И знаете что? Короче, Оксимирон выпустил две песни. Лига опасного интернета, и я знаю, что я делал прошлым летом. И, как ни странно, одна песня мне понравилась, одна нет. Третья вышла, я предполагаю, что это прогрев перед альбомом, прогрев Гаев, так сказать. Поэтому сейчас третий финал, наконец-то. Сейчас будем разбираться, смог ли Оксимирон понравиться мне. Женщина ли он? Короче, сможет ли он, будет ли такой же охуенный трючок, душевный, прикольный, как предыдущий, или это будет политическая нудятина, как вот первый? Сейчас разберемся. Треугольник Оксимирона, треугольное очко, а мы в нем проктолог. Так что начинаем. Аноним, я вижу донат, сейчас попозже посмотрю, спасибо. Все, и поймем, конкурентен ли его рэп, потому что мы только что на стриме слушали Антона «Кровь из носа», прошу прощения, и Андрея Люмейта, и вот они сделали прям достойный пацанский тестостероновый тречок. Посмотрим, что может ответить Оксимирон на это. Давайте, Оксимирон, первый класс. Сразу хочу сказать, что я видел обложку трека «Первый класс». Обложка «Первый класс», блядь. Реально охуенная. За обложку, за стилизацию, прям, типа, это стильно. Это круто, они ее так еще уебищно зашакалили. Вот эти вот, дынь-дынь нахуй, блики на цепи, красиво. Обложка, реально секс, хорош. Оксич, в этом плане молодец. Обложка окей, название, отсылочка хорошая. Ну, плюс 1 сентября, первый класс, вы поняли? Ебать, чел. Сильно. Так, давайте, поехали. Смотрим. Два раза смотрим. А чё, а где Ваня Рудбой? А Ваня Рудбой с Замаем. Все, отжали другу Оксимирона. Тут так большой семье клювом не щелкай. Ебать, бит. Нужен фит с шоком. Камон, пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Грустный тромбон, тебя уебу топором. Помашу платком, ты отчалишь, будто паром. У тебя на шее айс, у меня снежный бакс. Я вижу вас и думаю, что бы сделал первый класс. Твоя, блядь, называет меня спермобак. У твоей мамы стоит очередь, там верхний ларс. Все гангстеры, целки, их фаны, инцелы. Я батя всей сцены, ведь яйца цистерны. Пляски в ТЦ, твоя мать лицемерна. Ведь между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье. Твои предки не шахтеры, но отец в земле. Все твои девы. Ну ладно. Сука, у тебя инцест в семье, твои предки не шахтеры, но отец в земле. Ты говоришь, человек, которому, блядь, 40 лет, нахуй. Ну хуй с тобой. Это нормально, это заебись. Смешно. Отец крот. Рели как пиле, они в белом белье делают мне. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй. А я не понимаю, это же типа ритмика Cardi B из Bodak Yellow. Я просто думал, что он таким образом хотел инстасамку как-то подколоть, подъебать, но что-то пока этого нет. То есть будет какое-то раскрытие? Это... Мне интересно, вот все эти люди, они понимают, что они кричат? Или просто кайфуют? Эй, мой красивый хуй! Заберите Самаран, Прадо и Палман. Не интересуют бренды, покажите ваших мам. Скажут, хоумини пошли. У твоей матери красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. Флоу Моисея, сука, пьет мое семя. Она дрочит на форуме, срет Колизея отношения с эмоциональными качелями. Но, сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих. Ебу ее в загородном имении. Моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей маманы белка и тяга. Ее покерфейс ждет уголовки на Леди Гага. Тяну ее за дряблую кожу, она вылитая белка летяга. Пососи мой хуй, эй, пососи мой хуй, пососи мой хуй, эй, мой
Ебать, кадры, кстати, с тачкой классные, прям. Да не, пока все норм. Пососи мой хуй, эй, мой красивый хуй. Возьму, сделаю бит, запишу текст, нахуй, я записал, нахуй, домой съебался, обработался. Ебать, этот мурал, сука. А, бля. Камео, Кул Саваш, Финч, Эко Фреш, PA Sports, Фар, все наши, друзья мои. Все наши. Кул Саваш даже приехал, хуя себе. Если бы еще Эминем, ну, было бы вообще ебать. Ну, что сказать. Это хороший трек. Это вполне, вполне. Ну, вот Антихайп победил. Все, как бы у деда сорвало кукуху. Потому что, короче, это заебись. Но как будто бы, не знаю, как будто бы время прошло немножечко. Реально. Прикольно, нет, круто, я понимаю стилизацию, как бы немецкий рэп, вся хуйня, заебись, типа, красиво снято. Блять, вот реально, я понимаю, что мне будут писать, тебе все нахуй не нравится. Да, мне все нахуй не нравится. Я высказываю свое мнение, ваше мнение, блять, можете высказать на своем стриме. Подрубите, посидите, блять. Короче, как будто бы реально немножко прошло время. Вот здесь прям так плотно панчлайнов от Оксимирона про маму, и ты думаешь, блять, прикольно, прикольно. Но с другой стороны, сука, уже как будто бы мы все не в этой теме. Мы уже взрослые все, мы уже понимаем, что маму никто не ебал. Типа, что это вранье. Ну, прикольно. Типа, это круто. Короче, я скажу так, в контексте творчества Оксимирона, это круто. По сравнению с тем, что выходило у него до этого, это попизже, поинтереснее, пободрее. Супер ли это, типа, тестостероновый рэпак? Наверное, можно было бы более тестостероново, потому что вспоминаешь какие-нибудь вот этих, блядь, Джизуза, да, там, этот, Штрассенбанды, вот они там реально ебать жесткие. Ты смотришь, думаешь, сука, мне страшно, блядь, через монитор от того, какие вы жесткие. Здесь, в контексте творчества Оксимирона и того, что у него выходило до этого, вся его вот эта еботека, блядь, и поучительство, это круто, это вполне иронично, прикольно. Немножечко не так иронично, как могло было бы быть, потому что все уже, блядь, старые, и прикалываться на уровне это достаточно трудно. Но это хорошо, реально, типа, вообще без пизды, за попытку респект. Давайте с текстом посмотрим еще, как вам такое. Чтобы мы вообще разобрали, разберем все панчлайны сейчас серьезно. Мы же клип посмотрели, давайте теперь вот это. Ну, у нас прям будет все, все осознанно. Все очень серьезно, разбор. На уровне фломастера, может, даже выше. Из официальной группы ВКонтакте. Включим трек. Прикольно. А что, не вышел? ВКонтакте не вышел, да? То дед не справился с выкладыванием или что? Ладно. Давайте. Или он, как Иван Фейс, отрезал нас от своего творчества ебейшего. Давайте. Читаем текст. Сука, камон, пеленаю тебя, Тутанхамон. Ты свинья, ведь тебя режу тут на хамон. Грустный тромбон, тебя уебу топором. Помашу платком, ты отчалишь, будто паром. У тебя на шее айс, у меня снежный бакс. Я вижу вас и думаю, чтобы сделал первый класс. Твоя, блядь, называет меня спермобак. У твоей мамы стоит очередь, там верхний Ларс. Все гангстеры, целки, их фаны, инцелы. Я батя всей сцены, ведь яйца цистерны. Пляски в ТЦ, твоя мать лицемерна. Ведь между ног хуй, хоть она и цисгендер. У тебя инцест в семье. Твои предки не шахтеры, но отец в земле. Все твои девы постарели, как пиле-пиле. Они в белом белье делают минет-минет. Пососи мой хуй, эй. Пососи мой хуй. Пососи мой хуй, эй. Мой красивый хуй. Пососи мой хуй, эй. Пососи мой хуй. Пососи мой хуй, эй. Мой красивый хуй. Заберите Самаран, Праду и Палман, не интересуют бренды, покажите. Да, безумие, вот этот безумный флоу, Элвин и Барундуки флоу, просто реально дед, как говорил Баста, классика в новом обвесе, это рестайлинг.
реально дед накатил на себя новый флоу. Прикольно, лучше, чем, я говорю, лучше, чем уебищная Ойда, блядь, Лига опасного интернета, вот это все говно. Это, ну, пиздец, это небо и земля, нахуй. Тут хотя бы, ну, сейчас, ладно, тоже скажу. Ваших мам. Скажут, хоуми, не пошли. У твоей матери Красное море, сунул в нее посох, у нее воды отошли. Флоу Моисея, сука, пьет мое семя. Она дрочит на форуме и срет в Колизее отношения с эмоциональными качелями. Чего нахуй? Чего, блядь? Что это значит, блядь? Сука, пьет мое семя, она дрочит на форуме. Ну, я понимаю, что она дрочит на форуме, типа, хип-хоп.ру. И как бы на форуме, типа, на форуме, да? И срет в... Почему это срет в Колизее, блядь? Это что такое, нахуй? Это что за... Чего, блядь? Копра-рэп? Срать в Колизее? Я срал в Колизее. Хорош. Сука, иди сюда, чужие мамы, светочей моих. Ебу ее в загородном имении. Моя вечеринка, дом с нормальными евреями. У твоей маманы белка и тяга. Ее покерфейс ждет уголовки на Леди Гага. Тяну ее за дряблую кожу, она вылитая белка летяга. Пососи мой хуй, эй. Пососи мой хуй. Пососи мой хуй, эй. Мой красивый хуй. Пососи мой хуй, эй. Пососи мой хуй. Пососи мой хуй, эй. Мой красивый хуй. Возьму, сделаю бит, запишу. Ну, блядь, короче, что хочу сказать. Это заебись, но заебись с натяжкой. То есть, типа, с точки зрения деконструкции предыдущего творчества Оксимирона политической заумной буквоедской хуйни, это прикольно, круто и окей. С точки зрения Оксимирона времен первого релиза, который делал примерно такую же музыку, да, там, первого микстейпа, конечно, послабее, потому что время прошло, в принципе, приколы все остались те же. Панчлайны есть, но как будто бы раньше они были изобретательнее. Флоу есть, флоу, кстати, есть, инструментал качает. Этого не отнять. Качает. Панчлайны можно было получше, но, в принципе, есть смешные. Про отца в земле и про срать в Колизее реально, ну, респект. Вот. Клип снят красиво, но, опять же, типа, тут много камео крутых чуваков, но хочется спросить, так а где все друзья-то Оксимирона? Где все челы его, которые живут в Берлине, старички, как бы... Практически никого нет, только вот роднулик, и все. Поэтому, не знаю, крутой выебон для Оксимирона, скажем так. Я скажу так, это круто для Оксимирона. Как для меня, как для старого фаната, как для олдхеда, как сказал Трилл Пилл. Круто, но это круто для Оксимирона. Если бы это был не Оксимирон, я не думаю, что это было бы круто, вот. Кул Саваш, я думаю, пиздатый друг, охуенный. Иллюмейт или Окс? Не знаю. Мне Кин и Иллюмейт понравились больше. Просто потому, что, ну, поинтереснее, пободрее было. Хотя Окс молодец. Реально, типа... Окс молодец. Без пизды. Жду альбом. Надеюсь, что в альбоме будет много прикольных треков и мало говёных треков. Надеюсь. Желаю этого. Так что выпускайте. Послушаем. Пока... Да не, хорош. Пиздеть не буду, там можно сказать, что, конечно, жалко, старый дед прикалывается, пытается пернуть что-то, но деньги, нормально, деньги, респект. Остался один открытый вопрос, а где порча? Отрек кайф, но вот только на контрасте с прошлым, да. Full of Fable, где порча, непонятно. Надеюсь, что он где-то в России до сих пор остался. Мне хочется в это верить, что порчанский тут на базе. Короче, вот, заканчивая мысль, круто. Типа, да ладно, вот если откинуть все эти какие-то, блядь, оговорки, там, желание задрочить кого-то, нормально, круто, пусть будет, молодец. Оксимирон, реальный рэпер. Жесткий, про мать, за мать казнить. Так что, у сука. Про мать жестко было. Оксимирон «Молния Маккуин», реально. Вот если бы он записал трек «Молния Маккуин», было бы смешно. Вот с этими мемами. Тебя мать в канаве. Было бы заебись. Ну ладно, прикольно.